открытая трибуна. Чего не хватает в нашей системе образования? В нашей системе образования, как я считаю, не хватает банальной дисциплины, так как дети просто банально пользуются мобильными телефонами, сидят ВКонтакте во время уроков, переписываются, общаются, то бишь, ну, все возможное, кроме учебы. Я считаю, что если бы на это обратили больше внимания, то было бы как-то более-менее получше. В системе образования не хватает больше внимания детям, чтобы им уделять. В нашей системе образования не хватает, я считаю, правильного подхода к обучению студентов, так как уже в зарубежных странах обучают по профильным предметам, а не так, как у нас, все подряд. В нынешней системе образования не хватает лишь финансирования, это обустройство учебных корпусов. В принципе, методы и методики обучения меня полностью устраивают. Все мои потребности, все я получаю сполна, все необходимые мне знания. Финансирование – единственный недостаток нашей системы образования. У нас самое сложное и сильное образование, как я считаю, потому что все наши люди уезжают в другие страны после этого. А так от преподавателей не хватает любви к своему делу. Я считаю, что в нашем образовании не хватает грамотных специалистов. В нашей системе образования не хватает, наверное, желания что-то изменить. Я считаю, что в системе образования не хватает того, чтобы дети сами могли выбирать, что им учить в школе. Открытая трибуна.